А что вы делаете в моем холодильнике? КГБ сына дитит! Здравствуйте, мы в Сочи, это Формула-1. И сегодня мы ждем нашего победителя. Играйте на mkadventure.net у спрексера в Майнкрафт. Стоп, а где спорткар? Ты дебил? Я не попал. Фотка этого. Тебя с травой слился, тебя никуда не видно. Тебе кажется, ты... Вот что называется пиздец. Дети в Африке без воды сидят, они, сука, воду льют. Гандоны. Да я хуй знает. А, бля, иди нахуй просто. Он сейчас в аэропорту вертолеты таскает, блядь. Охуеть, металл пиздит? Да. Охуеть. У нас эта игра, он мне прервался на видео, пиздец. Прервался на видео, блядь, алло. Я видео записываю, хуй ты сейчас что сделаешь? А? Сколько лет, блядь? Сколько лет? Сколько лет? Смотри, блядь, просто проросло через щели. Ебать. Ну все, бля, это. Хочешь самый главный прикол? Все. Смешарики. Да, смешарики. Бля, мне тоже было плохо смешарика. Да, мне дохуя, видишь? Поднимаем сервер, ёбаный в рот! Это все бобранки! Че, стены в Грасим гараже, да? Это что, барсик? Блядь, что-то погреб как-то хуёво закрыть, тебе не кажется? Нет. Там, блядь, кто-то реально вылазит. Какой еще год? Ты где? Ты кто, блядь? Где? Подними эту хуйню. Че там говорил? Ты кто? Какой еще год? 2020. А ну вылезь, блядь. Вот кто-то картошку нашу съел. А мы думаем, крысы картошку жрут. А здесь, блядь, какие-то беженцы. В лесу вся хуйня. Вот такое охуенное объявление. Не, блядь, я хвалю, это прям годнота, ёпта. Прям заебись. В лесу заебись. Охуенно. Этот, блядь, долбоёб первый раз увидел белку. Белку! Мне кажется, он единственный человек, который не допивался и не видел белку. Вообще ебать зожник. Что вы делаете в моем холодильнике? Ну
Ножик лазеревская, порежет любую траву. Чё в меня-то чё не попало? Вы чё охуели, блядь? Сука, охуели! Подписывайтесь на канал Паш Кунтика, самые интересные влоги, и скоро будут видео по Майнкрафту на сервер mkadventure.net. Начни свое приключение именно там, дешевый донат на магазине F4 или на страничке mkadventure.net/donate.html. Заходите и покупайте, ремонт, играйте. Ремонт лодок любых видов, покраска, ремонт двигателей и замена окон. Стёпа, сука, порежу гандон ебаный. Этот парень был из тех, кто любил жить. Поехал дальше в горку. Заберется. А, вам не видно. А вон едет. Точно? Порезать может, короче. И она взяла нож этот, блядь. Все нормально. Давай. Ты снимаешь, Ксюш? Да. Что-то? Я снимаю, как снимает. А я снимаю, как она человек, снимает дорожку. Который снимает. Теперь вот наоборот. Теперь меня снимает эти двое, блядь. Это супер. Нет, это просто влог. Ебать, идем снимаем. Ёпта. Всем привет, друзья. С вами Башкунчик. Это влог. Блять. Солнце падает так, то что иногда свет закрывает мою ебало. Блять, какой красавчик. Это, блядь, уехал, нет, выезжает, ебать, надо сейчас перебить. Гонщик нелегальный, профессиональный, ебать, он зен постиг, ёб твою налево. Так, все, да, здравствуйте, садитесь. Да, все, спасибо, съебись. Блядь, бакар. Все, блэк. Тайга. Еби. Медведь. Гонщик нелегальный. Нет, тормоза. Да он наебнется же сразу в лужу. Или как будем делать? Давай типа меня картонного посадим. Там просто там полегче, мне кажется, там менее крутой спуск. Скатишься? Да. Давай, я не стопал даже. Пойди. Давайте. Там воду сразу тормози. Ебать, затормозил.